Ну вот, едем на подъемнике. Такой вот у нас сигнал для подъемника. Это достаточно быстро движется. Швабра в народе называется. Вон галка поехала. О, ты смотри, Марина тоже. Что это, они заплатили что ли еще? Оказывается, я-то думал, у них уже все, окончен вояж. Сейчас я приду за ним. Вот дяденька. Некоторые лыжники у нас в Сигулде очень хорошо даже катаются. Сразу видно, что они давно ездят, большие годы. Бордист наш любимый упал. Сегодня достаточно бугры уже образовались.